Друзья, привет! Сегодня у меня в гостях Алексей Зоркин в очередном выпуске передачи Dream Holiday. Лёш, я знаю, что ты провел более чем полгода на острове Бали, и, соответственно, с тобой хочу сегодня поговорить как раз об этом чудесном острове, который окутан просто множеством различных тайн и легенд. Скажи, пожалуйста, а почему ты выбрал именно остров Бали для столь длительного пребывания? Почему не отправился в Таиланд или, там, допустим, в Индию на зимовку, да, как многие делают? Почему именно Бали? Ну, во-первых, всем привет. Я рад, что ты меня пригласила. Я расскажу как раз то, что, ну, свое ощущение, опыт, который передался. Вот, а почему я выбрал именно остров Бали? Ну, ты говоришь, Таиланд. В Таиланде я тоже прожил порядка 7 месяцев. Но первая точка была именно остров Бали. Я как раз ехал через Китай. Потому что на Бали собралась определенная, скажем, группа людей, с которыми я хотел, ну, общаться, обменяться опытом, точнее, набраться опыта, потому что тогда еще опыта не было по удаленным источникам дохода. И я там задержался. Да, мне очень понравился остров, потому что я до этого читал немножко про него, то есть, как и ты, там, был восхищен там определенной культурой, определенным менталитетом, соответственно, как бы красотами и так далее. Ну и вообще планировал там побыть, если честно, 2 месяца максимум, а задержался на 7. Тоже. То есть он все-таки затягивает. Как люди говорят, все, кто туда приезжает, вот через месяц мало кто на самом деле уезжает, да? Да, он затягивает. У меня друзья, которые пока вот я пребывал в Таиланде, они приезжали в гости в Таиланд, все равно возвращались на Бали, до сих пор там находятся. И как бы ни один человек, то есть ни одного человека я знаю, который приезжает туда, естественно, долгое время. Они там иногда даже детей дают в школы. Есть, бывают семьи, которые там прям рожают, ездят, то есть, соответственно, там больше года задерживаются. Ну, то есть, остров реально хороший, очень дружелюбный и такой приятный для жизни. А что такого именно магического происходит? То есть, я слышу от людей, что многие туда приезжают с какими-то своими желаниями, мечтами, и вдруг открывается вот просто масса возможностей, и они в итоге осуществляют мечту за мечтой. Вот у тебя было такое? Ну, масса возможностей открывается, я думаю, не только благодаря там острову, да. Ну, вообще, как поверье такое сочетать, то на острове Бали именно там считается, что ты загадываешь желание, оно сбывается. Есть такой даже пляж Dreamland, там в основном серферы и так далее. Ну, красивый очень пляж. И там загадывают желание такого плана, то есть. Ага, то есть вот где надо было, потому что я была на Бали тоже, но я была, к сожалению, меньше месяца, у меня просто не было возможности никакой остаться больше. И я была на этом пляже, он действительно фантастически красивый, вообще чудесный. Но я на тот момент не знала, что там нужно желание загадывать. Можно везде загадывать, но Dreamland, он так и переводится же, то есть, да. Ну, соответственно, ты когда загадываешь желание, ну, как бы и... Есть такое поверье, что оно сбывается. Я тогда почему-то решил сразу загадать 3. Но 2 из них сразу, ну, не сразу, но возможности появились, и, в принципе, они осуществились. Здорово. Да, третий на третьем работаю. Ясно, удачи тебе в третьем желании. Скажи, пожалуйста, ты вернешься еще на этот остров? Конечно. Ну, вообще планируется, вот сейчас зимовка, но я не знаю, поеду я или нет. Но планирую, да, поехать туда в ближайший там год точно. Ну, на долгое время, соответственно. Там, ну, может быть, на 2-3 месяца там будет. Ну, минимум месяц это посмотрим. Может быть, еще по Таиланду я там хотел зацепить пару мест, где я не успел побывать. Здорово. А скажи, где ты останавливаешься? Вот ты же в каком-то конкретном месте. Я знаю, многие очень живут в районе Убуда, да, нахваливают именно это место. А ты тоже там жил, либо в разных частях острова успел пожить? Я жил в разных частях Убуда. Не, Убуд хороший город, потому что он мне понравился, он очень творческий. А у меня как раз была тогда тема именно, ну, то есть нужно было достаточно много точек для работы. Там даже был, по-моему, Стивен Кинг, по-моему, приезжал, и он из-за того, что как бы город был настолько творческий, он даже купил там виллу. Вот я не помню, по-моему, Стивен Кинг. И действительно остров, ну, я пока не видел такого творчества нигде. То есть там мастеров, улица мастеров есть, там такие изделия, которые, я не знаю, они стоят реально копейки, вот, но очень красивые, то есть там и из дерева, и из железа, и из чего только не делают. То есть все, что под руку попадается, все делается реально красиво. Вот, творчества там реально много, то есть там и сам по себе город пропитан именно атмосферой здоровья, там йога и так далее, кому там, ну, как бы в этом направлении хочется работать. Я бывал в разных местах, там, допустим, 2-3 дня мог задержаться в других местах, где там, когда мы путешествовали по острову, но в основном жил в Убуде, но в разных местах. Там снимал виллу, здесь снимал виллу, там снимал.
А, то есть ты целую виллу снимал? Ну, в основном, как скажем, либо вилла, либо, допустим, в основном получалось, допустим, сдается дом, я снимал, допустим, этаж. То есть, ну, этого хватало, потому что, в принципе, по меркам даже ну, для любой там России, это много, там у тебя комната, кухня открытая, квадратов 30, свой кабинет, что там еще, ну, соответственно, веранда такая большая, квадратов 15. Если есть возможность, там бывает иногда бассейн, но самая главная была проблема – это интернет, поэтому мне больше интересовал именно дом, где есть хороший интернет, поэтому иногда бывало бы бассейн. А по ценам, пожалуйста, сориентируй, вот во сколько обойдется такой этаж дома? Тогда обходилось в районе 350 долларов, сейчас не знаю, где-то в районе 500 максимум. Вот, если с бассейном, то 600-700, я думаю. Ну, это как бы такой, ну, хороший вариант, но не прям такой элитный, то есть такой. Ну, как там, ну, если это брать для, допустим, сравнения, там, ту же, не знаю, там, Сочи и так далее, конечно, это будет очень, то есть фантастический уровень. Потому что уровень и качество там реально на хорошем. И плюс еще сами местные, они настолько доброжелательны, что неоднократно, допустим, у них проходит там церемония, они постоянно таскают тебе фрукты, либо еще что-нибудь такое. Это причем как бы бесплатно, то есть тут лишь бы ты просто у них находился, гостил и, как говорится, ну, был их гостем. Слушай, ну здорово, в принципе, такие очень комфортные условия проживания, если еще и с бассейном, к тому же стоимость не отличается, да, от количества человек, то есть можно такой же метраж снять на двух человек, правильно, соответственно, тогда на да, можно, ну там, ну, допустим, первое, которое я снимал, это было 350, там как раз был кабинет с кожаным диваном, я считаю, запомнил, то есть прям так комфортно было, работаешь, у тебя получается перед окном буквально 3 метра, растут деревья, цветы и так далее, и очень все комфортно. И тут можно было и больше снимать, то есть я знаю, что снимают больше, но я тогда путешествовал один, то есть, ну и вообще путешествовал в основном один, соответственно, как бы мне это было одному очень даже много. Ну, то есть, конечно, по меркам, да, то есть если здесь снимать, даже вот в Москве, да, такую квартиру, то, конечно, гораздо дороже, ну, я имею в виду за городом, рядом, в Москве, да, то будет дорого. Ну, скажем, выше спрайс. А так очень даже можно и вдвоем, и втроем снимать. Ну, поскольку мы заговорили уже о стоимости проживания, то есть, допустим, в среднем возьму 500 долларов, уйдет в месяц за жилье. А что касается там покушать, питания, то есть кафе, супермаркеты, во сколько у тебя обходилось в месяц вот именно на питание такие траты? Так, в принципе, траты, они практически такие же, как и здесь в России. Что можно еще сказать? Бывают просто разные цены на товары, допустим, но как они получаются, импортные, да, там цены выше гораздо, но они, допустим, не везде там нужны, ну, там, может быть, кто-то там фанат какого-то определенного шоколада, там, определенной марки, там, кофе и так далее, да, они будут, может, подороже. Основные продукты питания, как, допустим, там, фрукты, овощи, там, мясо и так далее, там, рыба, все стоит даже на порядок дешевле, чем, допустим, в той же России, но все свежее, реально. Так, что еще там, допустим, если брать, допустим, кафе и так далее, то, конечно, цены, ну, тоже ниже. В среднем мне хватало, чтобы один раз поесть, ну, то есть на одну, это где-то порядка было 150 тысяч, ну, даже до 100 мы ели. Это получается 10 долларов. Так. Да, ну, в принципе, как, допустим, ну, это, в принципе, получается, для, либо ты позавтракал, либо ты пообедал. Если, конечно, брать рестораны, которые, ну, подороже там, хотя качество, я могу сказать, что по сути как бы везде хорошее, реально. Причем пищу готовят у тебя практически на глазах, и ты это все видишь, смотришь и так далее. Вот, это будет достаточно, то есть на 10 долларов, чтобы нормально поесть. Вот. Там рыба, какой-нибудь гарнир, чай, либо какой-нибудь свежий сок выжатый, причем прям реально очень свежий. То есть цены получаются ниже, качество питания выше. Да, качество обслуживания вообще меня очень сильно удивило. И качество обслуживания, и качество продуктов, потому что в России-то тоже как бы частенько по кафе в одно время бегал. И сравнить не с чем. Да, качество и цены прям удивляют. Здорово. Ну это, в принципе, как привилегия, наверное, всей Азии. Ну да, да, да. Ну хотя тайцы, они тоже гостеприимные, радушные, очень такие приятные. Я от многих слышу, потому что сама уже в Таиланде, кстати, давненько была последний раз. Вот, ну а балийцы, мне кажется, еще куда более гостеприимные.
как-то они не такие сбалованные, ну вот мне так показалось. И да, и нет, ну да, они, конечно, очень дружелюбные люди, вот реально, потому что, ну, у Таи тоже своя атмосфера прикольная, ну, скажем, как она хорошая тоже, такая теплая, мне очень нравится Таи, но больницы они как-то, скажем, как бы более роднее, что ли, потому что я помню, когда я уезжал с дома, в котором прожил порядка 3 или 4 месяцев, ну, правда, я периоды не прожил, потому что я возвращался, там был хороший интернет, вот, и они меня провожали всей семьей в аэропорт. Причем они как бы мне не сказали, они сказали, что мы с вами поедем в аэропорт. Я говорю, хорошо, говорю, я подумал, что у них свои дела. Ну, я заказал машину, мы поехали. Поехал, получается, ну, муж с женой, дочка. И он еще извинялся, что не поехал сын, он пошел в школу. Вот, то есть ему нужно было там на музыку что-то ходить и так далее. Вот они меня проводили, подарили мне там дорогу фруктов, майку, там болит-бут и там еще кое-что там, да, на пусте там. Вот. Я был в шоке, конечно. Ничего себе, ну неожиданно приятно. Да, неожиданно приятно, и в аэропорту они провожали Алексея до скорой встречи. Так вот. Сейчас в их доме снимают мои друзья тоже, у них арендуют апартаменты, и они тоже очень довольны. Вот, они очень дружелюбны и постоянно там носили фрукты, я же говорю, либо какие-то там, как у них там, пироги, только в их стиле, я не знаю, как это называется, потому что они такие... Ну, своеобразные. Домашние. Домашние, да. Они очень дружелюбные. А татьев такого не было. Татьи, они дружелюбно улыбаются, там идут как бы на контакт. Но, допустим, что-то носить и делать я пока не видел. Здорово. А что касается общения по-английски, все в порядке? Они хорошо понимают, хорошо говорят? Ну, как есть такая фраза? В Тае есть такой язык тайглиш, да? Да, у них свой такой. Да, вот такой вот. Ну и в Бали, в принципе, такой же полуанглийский пол. Ну, в принципе, мне это хватает, потому что у меня-то как раз уровень языка, как бы, балийцев, наверное, плюс-минус. Yes, no, там, да, my name is Алексей, ну, вот, Алиф из, сколько там, I'm Russia и так далее. Ну, я шучу, конечно, внутри, но если не этот... Ну, они общаются нормально, в крайнем случае есть Google Translate. Если вдруг болит, тебя не понимают, они, по крайней мере, если какие-то тебе нужно, допустим, дорогу найти, они тебе быстро покажут, хотя бы просто название, знаешь, все. Было такое, что мы когда ехали, чтобы не терять время, прямо вот на мотоцикле едем, болит очень любят разговаривать на мотоцикле, когда едут. И мы прямо на мотоцикле не останавливались, спрашивали «Убуд?», и они такие пальцы показывали, и мы даже как бы не останавливались, поворачивали куда надо и все. По ходу дела, да, переговорили? По ходу, да, дороги, да. Потому что, в общем, проблем вообще нет. Так же, как в Таиланде, то же самое в Индонезии. Нет. То есть свободно, отлично. Леша, скажи, пожалуйста, был ли у тебя шок от острова Бали? Допустим, когда ты только прилетел, может быть, ты его себе совсем другим представлял, и тут ты увидел, хоп, а он не оправдал твоих ожиданий, например. Ну, или вообще все было шикарно? Не, ну все шикарно никогда не бывает, иначе тогда сравнить не с чем, где шикарно, а где нет, да? Вот, шок был, но шок был немножко в другом плане. Ну, хотя, наверное, разные шоки были тоже. Вот, знаешь, какой шок был? Ну, помимо того, что я просто рассказывал уже неоднократно, у меня там один раз, я же поехал, это мое первое путешествие вообще в жизни было. Да, реально первое, то есть я как бы... И сразу так далеко. И сразу так далеко и так надолго. Вот. Ну, просто надоело, надо было как-то что-то поменять. Вот, и у меня путешествие доход оборвался. Вот это было первым шоком, я думал, что мне делать. Да, хороший остров, но без денег-то здесь нет. Ну, эту ситуацию как бы решил, не спорю. То есть это вот как бы такой вот шок был. Ну, благодаря острову реально все как-то воспринимается гораздо приятнее. Ну, не знаю, ты как бы все равно чувствуешь, что как бы, по крайней мере, тебя окружает хорошая, скажем, среда, в которой ты можешь работать, ну и как бы свои силы по максимуму использовать. И как бы вот это вот окружение людей, которое было, оно тоже тебя выталкивает наверх для результативности. А шок был, знаешь, еще в чем? Очень много интересных мест, красивых реально, которые просто, ну не знаю, я даже на картинке таких не видел. И самое главное, что есть места, которые даже туристы не знают. Мы знакомились там с ребятами, скажем так. Они знали, ну, пару мест показали, которые не туристические. Вот. И там мы так и не поняли, что это за место. Ездили, показывали, то есть реально многие не знают, там какие-то развалины храма, какие-то большие там это. Я так понял, что подражание древним цивилизациям, которые типа пластилиновая лепка и так далее. Вот. Ну, не похоже на балийские постройки, потому что у балийцев там какие-то, ну, везде храмы же, эти зонтики понатыкали. Да, а там какой-то другой храм, какие-то там типа захоронения и так далее. Еще был такой шок, когда мы, допустим, ну там действительно очень много сказочных, скажем, таких мест. Вот.
который древний. И я помню, мы как-то пошли просто набирать воду в Артезиан и заметили пещеру. Реально она там была. Через речку там нужно было пройти, но речка там, в принципе, воды по колено. И она была на высоте где-то 2, может быть, 2.5 метров. Мы там лестницу бамбуковую прислонили, которую нашли там. И там была пещера, знаешь, как это в фильмах «Индиана Джонс». Сначала она большая, потом сужается, там эти вот факела. Фонариком, который дал мне Женя Ванин, мы с ним вместе залазили. Точнее, Женя остался снаружи, потому что боялся, что его лестница не выдержит, когда он будет залазить. Но она реально хрупкая такая была, я еле-еле сам залез. Я посмотрел, ну никто там не ходил, потому что песок прогибался. То есть реально, я там, наверное, был первым человеком там за много времени, там, может быть, за несколько месяцев, может, несколько лет. Эти летучие мыши. Потом пещера сузилась, мы метров 30, она там виляла, вот, вышел с другой стороны пещеры. Ну, такого как бы тебе не покажут нигде, то есть реально, я не знаю, для чего она была сделана, но она была сделана вручную. То есть все выколото, под факелы, там зашли там, вот. Потом я вышел, позвал ребят. Вот таких мест там оказывается достаточно много, потому что, ну, население своеобразное, как бы оно, культура такая загадочная, и вот удивляет каждый раз. Вот культура реально удивляла. Культура, вот эти вот постройки, какие-то такие места, которые вот, ну не знаю, знаешь, ты себя ребенком чувствуешь, когда ты там в какое-то приключение попал, и ты как бы вперед двигаешься. Вот это реально классно. Удивлял менталитет. Ну, у меня в основном, наверное, больше плюсов было. Вот. Хотя мне был один шок, ты знаешь, когда я не очень люблю про это рассказывать, но когда я улетал, вот меня, помнишь, семья проводила, балийская. И я, получается, в этот как раз момент летел в Таиланд, и у меня была пересадка в Сингапуре, Сингапур, Таиланд. И я упустился в самолет как раз из-за незнания английского. О, боже мой! Да, но шок был в том, что как бы мне нужна была срочная помощь. Я бегаю с этим транслейтером, показываю, то есть I need help. Что-то мне нужно перелететь, то есть, ну, то есть у меня есть пересадка, у меня есть возможность, как бы там было 3 часа запаса на другой самолет сесть и как бы, ну, попасть в эту страну. И были русские, которые тоже не успели на этот самолет, я попросил помощи, скажите им, что мне нужен другой рейс. И они мне так грубо, помню, ответили, что я даже был в шоке. Да, ну, отстань на своих проблемах. Своих проблем хватает. Да, но я не говорю, что про всех, но бывают такие вот. А так, в основном, как бы вот, ну, вот такой вот шок у меня большой был. Ну, не все такие, есть, как бы, ну, бывает все. Ну, да. А так, вообще, конечно, культура очень меня порадовала, острова, не знаю. Ну, шок был больше от того, что я сидел дома и все это время, оказывается, столько красивых мест. А ты даже не знаешь. Да, никогда не поздно начать путешествовать. Да, самое главное, нужно просто начать, потому что это не так дорого, как кажется. Ну да. Кстати, получается совсем не дороже, чем жить в России, а то и дешевле. Главное иметь билеты, в общем-то, на самолет. Вернее, деньги на билет на самолет. Деньги, билет на самолет и хотя бы начать выстраивать что-то дистанционно. Сейчас уже это не проблема, способов очень много. В России, наконец-таки, ну не знаю, плюс-минус начинает хорошо работать аутсорсинг, поэтому некоторые задачи можно отдавать и как бы, соответственно, не быть привязанным к месту. Ну да, это точно, я тебя понимаю. А еще, Леш, такой момент получается, ты сказал, что остался без денег на острове. Если можно, я тебе задам вопрос, а как ты, в общем, выкарабкался из этой ситуации? Это твое первое путешествие, первое шоковое состояние, остаться без ничего. Как ты вышел из положения? Ну, уже тоже рассказывал, но получается, как было неожиданно, мы запланировали поездку по острову. Ну, а я утром, как обычно, залазил в свой личный кабинет, заходил. И смотрел там сводку, там, ну, либо этот, мне как раз нужно было платить за аренду, буквально там через 5-6 дней, по-моему, ну, за аренду дома. И я смотрел, захожу, а компания, в которой я, получается, развивал, это была партнерская программа, она просто рухнула, ее не было все. Я смотрю, у меня в кармане было где-то порядка $20. Ну, это все. Два раза покушать на $10? Да, еще плюс поездка. Я думаю, что... Так, что же делать? Ну, шоковое состояние быстро вышло, там дневник успеха помог, я посмотрел, ну, как бы, эмоциональное состояние скинул и решил подумать об этом вечером. А решение было принято элементарное, то есть нужно было просто найти быстрый заработок. Тогда меня спасла удаленная работа, то есть я переключился на удаленную работу по рекомендации определенных людей, то есть, ну, соответственно, за месяц-два вышел из этой ситуации и восстановился очень легко. Потом появился также там YouTube и так далее, другие, ну, уже как бы свои проекты. Ну, то есть главное, просто нужно было начать и быстро сориентироваться. Ну, это, кстати, вот эта ситуация, она дала возможность
скажем, сделать другую планку по развитию других источников дохода. Угу. Молодец. Нет худа без добра, называется, да? Да, ты никуда не денешься, в чужой стране. Тебе нужно либо зарабатывать, либо... Хочу отметить большую, ну это реально большая поддержка была со стороны еще Жени Ванина. Он мне тогда помог. Мы с ним тогда, получается, я переехал к нему, и вот месяц, пока я жил у него, потом уже в конце я заплатил за аренду, то есть мы делили план, но вот он реально мне очень сильно поддержал. Классно. Ладно, перейдем к более приятным вещам. Расскажи, пожалуйста, про пляжи острова. На самом деле, очень многие, я знаю, представляют себе Бали, ну не то, что Мальдивы, конечно, но, возможно, что-то близкое, то есть какие-то песчаные, белоснежные, красивые пляжи, чудесная природа. И просто я сама даже, приехав на этот остров, я не то, что была разочарована, но я была удивлена больше, потому что я ожидала тоже увидеть очень красивую картинку именно вот такого курорта. А оказалось, что остров несколько другой. Я понял. Смотри, пляжи действительно своеобразные. Единственное, что мне очень нравится, даже не единственное, но одно из очень больших плюсов, пляжи действительно разные. Ну вот они, допустим, есть пляж Сануру, в основном больше семейный, там детский, там гуляешь, там реально сколько, 5 километров по пляжу, и там всякие там... кафе, развлекательные комплексы, там даже просто можно с ребенком, там есть площадки, очень классно поиграть. Вот. Но воды там реально, ну, чтобы было по пояс, нужно реально пройти километр. Я шучу, конечно, метров 50. Ничего себе. Вот. Там бывают отливы, да. То есть это своеобразный тоже пляж. Вот. И если брать другие пляжи, там, допустим, вот Dreamland, он тоже хороший, но там постоянно волны плюс камни. Вот. Он красивый, да, но тоже нужно как понимать. Есть пляжи чисто под занятия серфингом. Там они купаются, да, но прям вот такие вот, как на картинке, прям баунти, я тоже очень видел мало, очень мало. Это, наверное, есть своеобразные там, скажем, пляжи на определенных точках, это есть, да. Потом, ну, там нужно добираться, то есть это не везде, то есть не так, что ты приехал, каждый пляж вот прям красот. Есть черный песком, мне не понравилось, честно скажу. Хотя сама атмосфера вот пляжа, когда купаешься, все классно, но песок показался как будто, не знаю, как по грязи ходишь, что ли. Ну, мне не понравилось. Ну, как бы, скажем, есть сравнить с чем лучше. Это на севере острова, да? Вот это мы ездили в сторону Лавины туда, там как раз, ну там зато такая классная клубничная ферма, там очень много, тебе там прям дают лукошко, ты можешь собирать, либо покупаешь клубнику. Нам тогда давали лукошко, мы пособирали, пытались пособирать, точнее, в итоге мы просто ее поели, пришли, сказали, ничего мы не собрали, продайте нам клубнику, они продали клубнику, причем со скидкой. Ну вот, и там еще можно поесть очень вкусных блинов, именно тоже с клубникой и так далее, реально вкусно и очень красиво там. Ну, много такого интересного. А вот пляж сам в том районе не понравился. Хотя есть, допустим, места, где, как называется, это, по-моему, где рыбки плавают, где я знаю, Омега. Там очень красиво, просто можно маску купить и вот понырять прям этих рыбок прям видно. То есть без даже гида, без ничего. Но вот своя атмосфера у каждого пляжа, вот реально, мне нравится в этом. Но чтобы именно вот прям по картинке красоты, не знаю. Понравился еще пляж, знаешь, называется Джимбаран. Он очень романтический. Мне реально он запомнился. Мы тогда путешествовали как раз, ну, группа ребят, и приехали под, скажем так, вечер как раз на закат успевать. И там все встречали закат, там сотни людей в разных кафе сидят, у тебя перед тобой океан. А солнце заходит, эти стоят свечки, ходят люди, которые поют серенаду, вот, причем они такие интересные, там, you Australia, там, English, Russia, Russia, и там, тогда на по-русски. Маленьком плаще, да, или что-то такое, да, они прям по-русски пели, то есть, и они вот реально, ну, атмосфера очень такая теплая. Понравилось. То есть это вот такой вот пляж именно романтический. Если брать, допустим, вот, кстати, можно посмотреть фильм «Ешь, молись, люби», там как раз про Бали немножко рассказывается, ну, как бы такого плана. И там вот тоже пляжи, там Паданг, он маленький, но тоже очень хороший. Иногда бывает очень много народу, иногда мало, но такой очень приятный для купания, то есть, ну, комфортный такой. Вот. Ну, короче, пляжи, они реально с разной атмосферой, но чтобы вот они были прям супер красивыми, как на картинке, я не могу сказать, потому что я видел лучше все-таки. Мне понравился по картинке Dreamland, вот. Но там большие волны, и покупаться как бы, ну, допустим, не всем получится.
А как насчет пляжей в Нусадо? Считается Нусадо самый фешенабельный, раскрученный курорт, куда приезжают все пакетники, я бы так сказала. Либо в Куту, либо в Нусадо. Большинство русских приезжают. А как тебе пляжи и вообще сама Нусадо? Кстати, вот, да, чуть не затронул этот пляж. То есть это место очень хорошее, Нусадо и вот Куту, я же говорю, это как раз таки более курортное место, где больше туристов. Нусадо тоже очень красивый. Как я тебе уже немножко рассказывал, то это туда приезжал какой-то президент наш, Путин Владимир Владимирович, как раз в то время находился именно. Вот, но он вроде был доволен, я знаю, что ему давали русскоговорящего гида, причем гид был балийский, а говорил чисто на русском, причем без акцента, то есть он, они там учатся, то есть ну, то, что русских достаточно много уже на Бали. Вот, и, соответственно, он реально был так очень удивлен, очень был как бы в восторге. Я там, по-моему, пару видео увидел даже по местному телевидению, я хотя не особо там смотрю телевизоры, вот, но был удивлен. Сама атмосфера и место очень красивое, реально. Одно из красивейших тоже мне нравится. То есть, конечно, рекомендую посетить, посмотреть. Вообще, в принципе, если есть возможность, то лучше посетить как бы, ну, несколько пляжей, чтобы для сравнения. Тем более, там арендовать ту же машину тогда стоило это, по-моему, порядка $300. А Сузуки новые можно было арендовать. И это вообще, то есть даже по меркам Таиланда это реально очень дешево. То есть, ну, по меркам России вообще молча. $300 в месяц машину можно брать и там и коляску засунуть, детскую и так далее, и покататься. Здорово. А что касается, раз про аренду уже сказал, а байк ты арендовал, да? Вот сколько аренда байка стоит? Да, смотри, я сразу же стал арендовать именно байк, потому что, ну, во-первых, я ездил один, то есть машина пока мне не было смысла, то есть, да, плюс, конечно же, это исходя из бюджета, допустим, когда я ехал, у меня как бы, ну, я только развивал источники дохода, соответственно, как бы это. Машину, вот я планирую, если поеду, то тогда уже буду брать машину, потому что, допустим, я-то посмотрел в основном все, что близко было от Убуда. Если я поселюсь в Убуде или где-то там, то, ну, хочется попутешествовать, взять уже машину, чтобы меньше уставать. Хотя по байку очень нравится, потому что когда ты едешь, ты реально отдыхаешь. Я пару раз ездил в машине, когда, ну, не пару раз, много раз ездил в машине, но мне больше нравилось на мотоцикле. Ты как будто дышишь, вот, прогуливаешься. Вот, аренда байка стоила от 50 до 700 тысяч. Это получается $50-70 в месяц. $70 – это новый байк, ему я брал, ему было 2 месяца. Вот. Причем модель практически, ну, достаточно, как скажем, ну, новая в этом году она была, то есть, может быть, в том. Вот. Она реально новая, то есть, ее хватало с головой, то есть, реально крутая модель. Вот. То есть, проблем с этим нет. Иногда даже бывает такое, что если ты говоришь, что ты снимешь байк, допустим, на длительную аренду, там хотя бы на 3-4 месяца, балийцы могут прийти в салон, показать, выбирай байк, ты выбираешь, они под тебя его делают, и все, и еще тебе дают небольшой скидку. Классно. А не было у тебя страховых случаев там с правилами дорожного движения? Как дела обстоят? Смотри, страховых случаев, я понял, да, страховка, это надо смотреть, узнавать у каждого по-своему. Это действительно, если как бы вы будете ездить на, скажем, длительные расстояния, то обязательно уточняйте этот вопрос, потому что у нас была такая ситуация, когда ребята поехали на остров Ява, байк у них вроде был застрахован, но они этого точно не знали, как бы, как они думали, что он был застрахован. У них пробилось колесо, они его бросили и поехали как бы своим путем дальше, и решили вернуться и забрать его потом. Вот. Ну, байк украли. Вот. Хотя балийцы так не делают, но на острове Ява там чуть другие люди, а там менталитет, скажем, такой, тоже добрые люди, но воровство там немножко промышляется. Вот. В итоге им пришлось за байк заплатить деньгами, то есть страховка не сработала. То есть, ну, они, балийцы сказали, что якобы был застрахован от всего, кроме кражи. Понятно. Вот. Да, то есть это надо уточнять, да, и смотреть. А так, в принципе, как бы, по, если что-то там зацепил и так далее, это включается в страховую. Ну, то есть в страховку. Вот. Если брать дорожные происшествия с полицией, то полиция, ну, как в принципе во всей Азии, она гуманна, но по крайней мере в Бали тоже. Вот. Я помню, когда я первый раз решил срезать расстояние. В России, я помню, тогда меня почти хотели отобрать права, ну, потому что я по встречной поехал. Ну, там никого не было, но я решил срезать там буквально 100 метров. Ну, я там, скажем так, отблагодарил сотрудников и уехал. Вот. А здесь они просто сделали предупреждение, и я уехал. Все. И если тебя прям там ловят без документов, то, в принципе, они просят штраф там порядка 800 тысяч, $80, 700, но можно договориться за $5.
Да, причем это нормально, то есть 5 долларов это средняя такса. Если ты даешь 5 долларов, то они понимают, что ты уже как бы давно здесь на острове и как бы все. Не первый раз. Да, вообще с бойцами надо торговаться, и самая козырная фраза, ты говоришь, I'm local, give me local price, please. Yes. I know price, yes. Okay, okay, okay. Ясно. Торгуйся в 2 раза минимум. Слушай, даже более чем в 2 раза. Ну, получается. Это реально так. Ну, если в штрафы брать, да, но я имею в виду даже покупки, это, допустим, каких-то сувениров, вещей и так далее, потому что mm-hmm. много раз, допустим, мы покупали там, ну, допустим, гамак купить, чтобы дома повесить там, mm-hmm. либо там какую-то одежду. То есть у нас девочка покупала платье себе. Я тогда понял, что нужно торговаться реально по-жесткому, потому что оно стоило 240 тысяч, 24 доллара, да, она торговалась за 80, за 8 долларов. Ну, то есть платье хорошее, то есть, как бы, ну, и так далее, там всякие изделия, когда я там дарил местным там эти, как они, сувениры, посуды и так далее, тоже торговался где-то в среднем, ну, минимум 40% скидывал. Полиция не против, потому что у них как бы все равно часть товара просто стоит. Да, круто. Хороший совет, кстати. Торговаться нельзя забывать во всех этих странах. Леш, хочу тебя в заключение попросить порекомендовать вот тем, кто первый раз собирается посетить остров Бали, какие такие самые интересные места и вот просто места, которые прям необходимо посетить, чтобы сложилось вот приятное впечатление об острове, чтобы все понравилось. Так, ну все-таки я бы посоветовал бы посетить вот пляжи, которые с тобой беседовали, да? Желательно, я же говорю, если кто не смотрел там фильм «Я же моюсь любить», там рассказывается немножко про пляжи, то есть видно, по крайней мере, вы себя почувствуете как, знаете, киногероем, который проходил. Ну, это реально классно. Вот, не знаю, если кого-то зацепила там, допустим, ферма, ну, которая была там клубничная, ну, меня она тоже поразила, очень приятно там, ну, очень классно. Ты там ешь клубнику свежую, тут же ходишь, собираешь, там прям вот грядки, это реально. Вот, мы с тобой беседовали про вулкан, да. Вот, Батум. Я до него именно на него не забирался, но мы ездили рядом, прям смотрели, очень красивое зрелище, просто потрясающе. Вот простор такой прям, у тебя ясность в голове такая открывается. И я помню, что я даже, когда на Вилле был у Артема Мельника, вот, и он виделся со стороны, такая мощь, вот, прям классно. Вот. И вот его обязательно можно посетить. Если как бы не хочется взбираться на него, то хотя бы просто приблизиться к нему. По пути вы все равно зацепите там много красивых мест, с местными пообщаетесь там. Ну, то есть вот реально, то есть много чего красивого будет. А там же еще, по-моему, озеро около вулкана. Да, есть, да? Озеро. Кстати, там единственное племя, которое вот на Бали, оно живет еще по старым обычаям. Вот, они там, ну, там есть своеобразный у них менталитет, они там не хоронят людей, они их там, да, скидывают где-то под деревья, которые запах убирают, и как бы люди там как бы... Серьезно? Даже не закапывают? Не закапывают. Там есть какая-то определенная растительность, которая убирает этот запах, и люди как-то сами по себе там... Ну, есть такое дерево. Я знаю, что там какие-то русские туристы жили, там даже поехали туда жить, то есть там проникались. Это, ну, не знаю, я не добрался, я посмотрел, как бы мне не хотелось там увидеть всю эту картину. Ну, да. Ну, люди странные бывают, соответственно, как у всех своя там каша в голове, скажем так, своими там. Вот. Но, допустим, вот озеро со стороны очень смотрится красиво. Кстати, не бойтесь там, допустим, поэкспериментировать. Мы когда ехали в этот Батур как раз смотреть компании, мы решили подобраться к озеру, увидели там эти лодочки, залезли в них, стали плавать. Местный, вот, который был, он стоял, просто посмотрел. В Азии есть такое правило, сначала тебе сделают предупреждение, ну, попросят вежливо. Если ты этого не понял, тебе сделают более строгое предупреждение, а потом, возможно, что-то будет. Ну, мы как бы до строгого доходили, дальше уже не нагрели. Ну, мы в итоге на этих лодочках чуть поплавали, нам крикнули, типа, там сетки стоят, не надо плавать. Ну, мы как бы развернулись и нормально. Ну, зато было так прикольно, адреналин, мы веслами с этим поплавали там. Ну, классно, реально. А вот, если добираться на сам вулкан Батур, есть там либо группу посмотреть, либо еще что-то. То есть это недостаточно дорого. Знаю, что местные берут вообще за это копейки. Отправляетесь вы ночью, там за 2-3 часа, о, не за 2-3, 3-4 полчаса, забираетесь, потом встречаете рассвет. Если не помню, то стоило тоже порядка вообще то ли 10 долларов, если платить проводнику. Да, но если вы будете через гида, то, мягко сказать, немножко дороже. Да, вот такие. А если брать, допустим, какие-то достопримечательности, еще посмотрите, храм Улулату очень красивый. Не знаю, там есть лес обезьян в Убуде. Честно говоря,
стыдно говорить об этом, жил в Убуде, так и не добрался до него. Да ладно, я думала, я не поверю своим ушам, если я это услышу. Да, это реально, он, получается, в 5 минутах там был от меня. Просто этих обезьян в этом храме Улату посмотрел там и так далее. Ну, как в принципе, и в этот, там было другие какие-то видео, я видел. Вот, поэтому я бы обязательно настоятельно рекомендовал, если вы не были в Убуде, хотя бы проехать и посмотреть. Вот реально очень много красивого. Я столько именно, вот, скажем, таких красивых вещей разных, творчества я не видел нигде. Вот причем там нужно как бы смотреть, есть как бы халтурщики, а есть прям настоящие. Ну, халтурщиков мало реально. Ну, допустим, кто-то там картины делает, на компьютере распечатать, чуть подкрасить, бывает такое. Не, реально бывает. Ну, люди по-своему зарабатывают, да. Ну, вот. А вот то, что там из дерева делают, ну, это прям фантастически. Причем они даже иногда это не убирают, оно прям на улице ночью стоит, и резная мебель, и это. И мы удивлялись, когда приехали в магазин, было закрыто, все стояло на улице. И хочешь, бери, уезжай, конечно. Ну, шутка, конечно. Вот, но они такие вот доверчивые. Потом, по пляжам я уже сказал, есть еще, кстати, вот Шамиль Минулин, да, у него, вот у него, хотя можно почитать этот, как маршрут, вот у него есть места, которые достаточно красивые на Бали, вот, и как раз туда было уже включено то место, которое мне тогда рассказал турист, ну, то есть человек, который там живет, этот, необычные постройки и так далее, я просто не помню, где она находится, а то будет где-то минут 10-15. Ну вот, езды, и там действительно тоже посмотреть прям впечатляет реально. То есть можно поездить, пообщаться с местными, они вас на водопады свозят, тоже очень красиво. Вот, ну, в принципе, как бы, я не знаю, ну, храм я уже назвал, что там еще можно сказать? Ну, получается, в Убуд, хотела сказать, на Бали нужно ехать за природой, да? За природой, вот больше, да, за природой. Вот, конечно, там есть своеобразные там вот места, которые мне нравятся, там по кухне, реально. Мне в Санури очень нравится, как там рыбу готовят. До сих пор я даже по Таиланду сколько ездил, до сих пор вот там самое лучшее. Вот реально, хотя мы там, ну, скажем, питались в достаточно разных местах и по уровню, и по ценам, да, но вот мне там понравилось. Стоило это не так дорого, то есть там блюдо, по-моему, стоило порядка всего лишь 75, что ли, всего вместе долларов. То есть, ну, как бы недорого получается. А, 85, обманываю, 8 долларов, да, 8, то 7-8 долларов, да, что-то я загнул так. 75, это по Москве, так, ну, нормально, да. За вкусную рыбу, да? Ну, там, да, делается как бы филе такое прям вкусное, ну, вот очень, мне реально нравилось, то есть это прям вкусно. А, и вот в Джимбаране там очень вкусно готовят рыбу, потому что она там свежая постоянно, то есть там реально вот прям все заказывают, там подороже, потому что на больше объем, но одному это не съесть реально. Вот, можно посмотреть вот эти морепродукты, попробовать. Да, кстати, в Джимбаране действительно обязательно нужно побывать, потому что мне очень понравилось, вечера там классные. Не, вечера там классные, реально. Вот за это, за атмосферой туда, вот на Бали лучше ехать за атмосферу. А если вы там планируете побыть хотя бы месяц, то тогда уже реально нужно списаться с ребятами, вот, допустим, с тобой можно пообщаться, там, ты хотя бы порекомендуешь то, что ты уже видела и так далее. Там очень многие, они как бы приезжают, начинают искать и находят разные места, и есть кто уже долго живет, ну, соответственно, как бы найдете те места, которые посетить. Вот лучше так. Да, здорово. А хотела про клубнику еще все спросить. А сезон клубники круглый год? Она там растет? А, так, вот насчет этого не знаю, но, по-моему, да, потому что вообще как бы на Бали урожай собирают три раза в год. Угу. Иногда, по-моему, даже больше. Вот. Кстати, очень фантастически красивые там рисовые поля. Очень красиво. Такого я тоже не видел нигде. В Таиланде такого нету. А в Азии тоже не везде это есть, а у них прямо очень много. То есть, и клубника там, по-моему, да, круглогодично. Цены, по-моему, были тогда, сейчас я вас удивлю, реально, это было, по-моему, 3 доллара за вот такой вот лоток. А, причем, как бы, я помню, мы ехали в той же компании, там Дина Петкова, она купила клубнику. 3 лотка сразу по 3 доллара, а я говорю, давайте торговаться. И я купил 1,5 доллара. Она смотрела на меня, скажет, ну, мы, в принципе, все равно ели вместе ее, купленную мою клубнику, да. То есть это как бы сгладило, да. Ну, то есть торговаться надо обязательно. Да, она просто забыла, что действительно это страна, где нужно торговаться. Леш, спасибо тебе большое за интересный ответ, очень много информации полезной. Уверена, что таким образом даже мы смотивируем, возможно, такие наших зрителей, читателей блога, посетить этот остров уникальный, что я бы тоже вернулась, может быть, не в этом году, но на самом деле я много чего не посмотрела.
посмотрела, даже из того, что ты рассказал, мне очень захотелось вернуться на остров и увидеть еще больше. Спасибо тебе большое. Тебе, пожалуйста, что... спасибо, что пригласила. Ребята, если понравилось, зацепило, то обязательно, конечно, поезжайте. Остров действительно магический, атмосфера непередаваемая. Просто я многих не знаю, которые действительно, как бы, когда приезжают, все равно как-то вот даже зная то, что как бы он магический, приезжает, реально это ощущают. Вот. Ну, не знаю, по вопросам я бы обратился бы к Ане, потому что она уже много объездила, есть чем сравнить, и на острове все-таки побывала, и мы с тобой беседовали, я уже знаю, что ты была в красивых местах. Ну и вам действуйте и меняйте, как говорится, свою жизнь, обновляйтесь новыми пейзажами, странами, островами. И задавайте вопросы еще в комментариях, Алексею в том числе. С вами была Анна Романова и Алексей Зоркин для проекта Dream Holiday. Мечтайте ярче, путешествуйте больше.